Олимпийские чемпионы Дмитрий Баландин, Юрий Мельниченко и Ермахан Ибраимов провели мастер-класс для детей с учениками алматинских школ. Спортсмены встретились в рамках социального проекта «Физкульт Ура». Лучшие из лучших на своем примере показали, что заниматься спортом совсем не сложно и очень полезно. Вообще безумно приятно работать с детьми, но только сейчас я понимаю, насколько это огромный труд, насколько большая работа стоит за тем, чтобы построить тренировочный процесс и учебный процесс.